Здравствуйте, коллеги! Всех приветствую на нашем ежедневном обзоре актуальные тренды Wall Street. Добрый вечер. Возможно, уже поздняя ночь у кого-то. Всех приветствую, так сказать, поклонников опционного анализа. Вот сегодня с вами мы будем обсуждать дальше ситуацию на наших фондовых рынках, да, и в Форексе также в том числе. Посмотрим, что у нас произошло, какие движения, собственно, какие ситуации и так далее. Да? Для начала, как всегда, коллеги, хотел бы уточнить с вами связь, то есть, чтобы вы отписались, да, чтобы я понимал, что звук, в принципе, у нас с вами есть, и мы можем с вами, соответственно, работать. Вот, поэтому жду от вас обратных сообщений в чат, да, там точку, галочку, кому что как удобно, чтобы я понимал, что все окей. Да, звук, связь, вы меня видите, слышите, вот, и, соответственно, мы можем работать. Так, вижу, первые плюсы пошли. Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Нанули, здравствуйте, Александр. Все, все завсегда ты подошли. Так, все, коллеги, значит, мы можем начинать. Да, сейчас, соответственно, переходим с вами к... Секунду, я открываю. И так, все, значит, перемещаемся к нашей с вами работе. Итак, смотрите, в принципе, мы с вами никуда сегодня особо далеко по евро-доллару и по, в общем, по всем... Глобальная валюта, мы сегодня, так сказать, можно, ну, сильных движений у нас сегодня не было, да, то есть наша коррекция, можно сказать, закончилась, да, завершилась, и мы плавно продолжаем с вами дальше уходить вниз. Вот, что интересно, вот со всей вот этой вот картинки, которую мы видим, в общем, сегодня, да, то есть мы видим, во-первых, что у нас здесь вот прочерчено было ранее уровень сопротивления, что, в общем, нам дают вообще все эти линии, которые есть на сейчас, да. Давайте вспомним, так сказать, историю. У нас в прошлом месяце, а именно 14 июня, у нас был подход, вот, и вот здесь вот минимум, видите, мы его цепанули вот так вот, вот эта вот зона. Чем интересна эта зона? Смотрите, вот этот вот выход вверх, да, у нас сопровождался на новостях по ФРС, да, то есть после, так, секунду, после выхода, после заседания ФРС мы, соответственно, вот с вами улетели вверх, видите, и плавно-плавно торговались с вами в рост. Вот, что интересно произошло у нас за последний период, то есть после коррекции, которая была, ну, которая толчок дал у нас в заседании ФРС, мы с вами начали уже, ну, можно сказать, в начале текущего месяца резко уходить вниз, да. Из этой зоны, с которой мы улетали с вами вверх, да, то есть, которая дала толчок, да, и экстремум, который был сформирован в рамках заседания ФРС, мы успешно пробили 28 числа, да, то есть, прошлый четверг, я надеюсь, не ошибаюсь. Не, прошлую среду, извините, вот мы этот уровень успешно пробили. На сегодня какая ситуация у нас с вами, коллеги, произошла? То есть мы вчера подошли к этому уровню и пытались пробить этот уровень, да? И как видите, в чем все это дело закончилось, да? То есть завершилось все тем, что мы закрылись ниже, да? То есть это свидетельствует о том и говорит это о том, что мы с вами продолжаем дальше снижаться, да? То есть у быков по доллару, то есть у покупателей доллара нету сил запрыгнуть выше, да, то есть видно явно, что доминируют продавцы доллара и, в принципе, настроение негативное, то есть в рамках технического анализа здесь явный шорт и нужно продавать на полную, так сказать, катушку, вот. Опять же, внутри дня, смотрите, какая яркая картинка у нас с вами, вот, наш ранее минимум, он был зоной поддержки для нас с вами, да, то есть зоной, возле которой должны у нас активизироваться наши участники, в частности покупатели, и они должны, собственно, были отталкивать отсюда, да, но сил у них не хватило. Здравствуйте, Игорь, Николай, вот, и, соответственно, мы успешно эту зону продавили и ушли ниже. Что интересно, сегодня, когда мы, вчера мы, в частности, закрылись ниже, вот сегодня, смотрите, было таких два подходика небольших, вот, к этому уровню, первый и второй, да, таких два поцелуйчика вот у нас с вами было, вот, первый в 5 часов утра или ночи, для кого когда, и в 9 часов утра, да, соответственно, вот два у нас с вами подхода был, и доллар пошел вниз, да, поэтому я думаю, что, в принципе, все вот эту картинку, которую мы с вами видим, да, вот эту всю восходящую динамику по доллару, я думаю, что, в принципе, мы ее можем воспринимать не более как коррекцию, да, то есть, скорее всего, в нашем случае, здравствуйте, Николай, это была коррекция, да, и, соответственно, динамика будет
по нашему с вами активу, доллару, то есть, да, крайне отрицательный. То есть я думаю, что тренд в дальнейшем у нас будет продолжаться идти вниз. Вот, поэтому на сейчас, в принципе, актуально, конечно же, смотреть только покупки всех остальных валют против доллара. Вот, а доллар мы с вами, соответственно, будем смотреть в продажу. Вот, я думаю, что, в принципе, эта логика немножко ясна, да. Соответственно, переходя к евро-доллару, я на сегодня отметил для нас опционные уровни. Вот, сейчас мы откроем опционную доску. Вот, буквально перед эфиром просмотрел, что у нас там с вами есть. Уже в пятницу будет экспирация ближайшего опционного контракта. Соответственно, в целом на ближайший опционный контракт, ну, так сказать, ничего интересного нету. Связано это в первую очередь с тем, что ближайший уровень, который у нас с вами был, 13.20, да, помните, мы его вчера с вами отмечали. Здесь еще говорили о том, что вот здесь скопление этих уровней. То есть, как бы у нас был там 13.22 и 13.17. Вот я помню, вчера мы с вами об этом говорили. Вот можно трансляцию вчерашнюю пересмотреть. И как раз-таки сошлись с вами на мнением, что в принципе 13.20 как средняя цена. Вот, как видите, этот уровень у нас вчера достаточно хорошо и успешно себя показал. То есть ниже него мы не нырнули. Был дополнительный тест, ну буквально здесь не хватило, вот 13.21, видите, 1,5 пункта не хватило к нашему с вами опционному уровню, и мы дальше улетели с вами вверх. Вот, соответственно, я для вас отметил ближайшие опционные уровни, которые интересны будут для формирования позиций в шорт, то есть внутри дня можно присмотреться к продажам. Первый в рамках Форекса уровень — это 14.20, и следующий за ним уровень — это 14.60. Да, соответственно, вот возле этих уровней можно, собственно, смотреть продажи. На опционной доске ситуация выглядит следующим образом. Вот. Так. Вот. На опционной доске ситуация выглядит следующим образом. В рамках уровней, за которыми я, в общем, слежу, да, и отметил вам, смотрите, это уровни 14.50. Вот они у нас с вами, 14.50, вот первый уровень. И следующий за ним — это уровень 15.00. Почему 15.00? Потому что на всех предыдущих наших с вами эфирах мы смотрели, что там на 15 уровне сконцентрирован максимальный объем. Я думаю, что в принципе его будет защищать, да. И это самый ближайший ориентир для шорта. Да, и на этом как бы все. Да, хотелось бы в принципе захватить как бы вот этот вот уровень 14.00. То есть видим, что в принципе по нему проходит достаточно хороший объем. Вот 14.00. Но беда в том, я вот только что просчитал, и в целом мы находимся значительно ниже текущего уровня. Да, то есть цена уже очень и очень сильно далеко ушла. То есть если вот этот уровень 14.00 перенести на Форекс, то мы получаем с вами следующую цену. А цена у нас составляет 13.84, то есть 1.1384 это местонахождение нашего с вами опционного уровня, вот, по которому сегодня проходил максимальный, кстати, объем. Вот, ну, в принципе, да, в принципе, интересно, смотреть можно, но, видите, мы его очень легко пролетели сегодня. Вот, был к нему подход, да, и, как видите, в принципе, никакого, вот, 1384, вот, возле него, в принципе, была небольшая вот проторговочка, да, но на этом как бы все и закончилось. Вот, поэтому, в принципе, я бы этот уровень так бы яро не защищал бы, да, яро на него не ориентировался. Почему? Потому что, скорее всего, думаю, что потенциал к росту у нас достаточно сильный, вот. И он, в принципе, будет продолжен, да. Я думаю, что, в принципе, рост будет у нас вплоть, ну, как минимум 14.5, да, оттуда уже нужно будет смотреть продажу. Эти уровни, которые я отметил для нас с вами сейчас, это уровни, так, ближайшего сопротивления, но в рамках внутридневной торговли, да, то есть ориентир на позиционку здесь брать не стоит. Почему? Потому что картинка у нас с вами, коллеги, следующая. Вот, как видите, да, что, в принципе, мы будем отталкиваться с вами от уровня 14.50 и уровня 1.15. Вот, здесь, в принципе, есть объем выше 2000 контрактов, то есть все, что выше 2000 контрактов, можно брать за внимание. Но, опять же, мы достаточно давно и достаточно сильно эти все уровни, которые были у нас ранее, пробивали, улетали и шли дальше, дальше, дальше вверх, да. Поэтому сейчас я думаю, что, в принципе, за ориентир внутридневной, в принципе, можно брать, да, но позиционно пока что не стоит продавать евро с текущих уровней. То есть оптимальный вариант продажи я вижу выше 1.15, да, шорт, но не сейчас, да. Поэтому первое, что я вам рекомендую, это, соответственно, не впрыгивать пока что в шорт на долгосрок, да. Внутри дня можно, соответственно, от этих уровней, которые я вам отметил, работать в продажу.
Так, вопросов нету. Окей, соответственно, для нас с вами ориентир следующий будет уровни. Ближайший это 1.1419, 1.1461. Я вам их отметил, то есть на графике они выглядят вот так вот следующим образом. Вот, поэтому для себя их, так сказать, отметили, взяли за основу и, соответственно, возле них будем работать. Вот, идемте с вами дальше, следующий наш актив, если будем падать, то интересно подбирать где-то возле 13.30, да, то есть возле этого уровня интересно формировать покупку, ну, на этом как бы все. Так, следующий наш актив это фунт. По фунту следующая у нас с вами картина. Вот такую, собственно, опционную доску я вам перерисовал сразу же на график, да, чтобы мы много времени с вами не теряли. Опционная доска также, в принципе, сильно не претерпела изменений. Не совсем вот этот переходной период с одного опциона на другой, ну, как бы он интересен, да. Почему? Потому что вот в рамках, допустим, ближайшего опциона у нас с вами, он экспирируется у нас с вами завтра, картина примерно следующая. Как видите, в принципе, мы зашли с вами в зону call, да, контрактов call, и здесь они как бы начинают, ну, они есть, да, но нету какого-то пикового барьера, да, который, в принципе, мог бы нас держать, да. Поэтому, в принципе, вот эта ситуация мне и не совсем нравится. Соответственно, я бы, ну, как бы говорить о продаже можно, но внутри дня, то есть позиционно я не вижу. Вот если говорить о покупке, то есть явно видно, что прослеживается вот этот крупненький здоровый дядька по 28, да, который, в принципе, цену удерживал бы, да, в случае снижения. Но на этом как бы все заканчивается. Сейчас мы находимся с вами и торгуемся возле цены 29.36. Для вас я отметил следующие уровни. Первый это 1.29, да, вот он у нас с вами проходит. Это будет чисто ориентировочный уровень, то есть, как видите, в принципе, по нему есть объем, да, выше 2000 контрактов. Но мы, во-первых, вышли выше него. Проторгованные внутридневные объемы примерно равны объемам покупателя, да, и в целом, ну, такой уровень, за него можно хвататься, но, опять же, чисто ориентировочно, да, то есть не более. Следующий более весомый уровень, по которому проходит такое достаточно значительное количество контрактов call, то есть динамика и работает здесь у нас с вами продавец, да, работает он сегодня по цене 1.3, вот. И, соответственно, этот уровень я также для нас с вами перенес на график. Соответственно, в общем, у нас с вами выделены следующие уровни. Первый это 1.3, 1.29.5 и 1.29, чисто за ориентир. На графике будут они выглядеть следующим образом. У нас с вами вот 1.29.5 и 1.3, да, он находится у нас с вами немножко выше. Поэтому если, в принципе, добавить текстовую метку какую-то, да, то выглядит оно будет все примерно следующим образом. Так, секунду. 1.29.5, вот где у нас с вами он находится. И следующий за ним, который идет уровень, это 1.3, да, то есть со страйком 1.3. Так, 1.3. Да, поэтому вот такая вот у нас с вами непосредственно на сейчас картинка, да, вот эти два наших с вами опционных уровня, и возле них, соответственно, я и буду работать в продажу, да, я думаю, скорее всего, вот 1.25 интересно, собственно, шорт такой формировать, но в рамках только внутри дня. Да, вот такой вот, собственно, у нас расклад на текущий день. Если говорить о покупках, то самый оптимальный вариант, ну, ближайший, за который можно вообще как-то там цепляться каким-либо боком, это, опять же, уровень 1.29. То есть он ближайший с каким-либо там, ну, хоть более-менее меняемым объемом. То есть по нему также проходят объемы. И если, в принципе, перенести его на график, то наш опционный уровень смещается к цене 1.2857. Я его также вам отметил за ориентир, ну, возле которого можно будет работать. Вот. Безусловно, на глобальную покупку он не тянет. Так, секунду, немножко мои корректоры я спрячу. Вот, на глобальный уровень он не тянет. Явно, что видно, что самый оптимальный вариант этой покупки это возле 1.28, да. Но возле 1.29, ну, можно работать такую небольшую легенькую покупочку внутри дня. На этом как бы все, да. Поэтому для нас с вами есть ориентиры. Значит, для покупок это уровни 1.2858. Следующий за ним, который идет у нас выше, это 1.29.5. Опять же, чисто ориентир. И два хороших опционных уровня для внутренней торговли 1.2967, 1.2995. Вот такая вот у нас, собственно, картина на текущий момент по фунту. Так, следующий актив у нас это австралийский доллар. Как видите, мы летим с вами значительно, так сказать, вниз. Так,
Да, ну не то чтобы зажали, Александр, смотрите, здесь некому и нечего зажимать. То есть, если было бы у нас бы вот такая вот какая-то палка, да, вот это было бы зажали. В нашем случае, я думаю, что в принципе потенциал к росту у нас есть, да. Опять же, я думаю, что в принципе он будет у нас достаточно хорошо, плавно будет реализоваться. Помимо этого, смотрите, наше соотношение контрактов put и контрактов call говорит о том, что в нашем случае контрактов put больше, то есть покупателей больше, да, и скорее всего они будут толкать цену вверх, 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 вверх. И здесь чисто будут контртрендовые сделки, да, то есть на откат, то есть какие-либо отбойщики будем с вами ловить, да, вот какие-то вот такие вот отскоки, вот на этом как бы и все. Вот, значит, дальше у нас с вами идет австралийский доллар, как видите, он поджимает опять вниз, то есть наш опционный уровень вчера себя хорошо показал. Так, давайте мы его сейчас сместим и пересчитаем на сегодня, то есть какой у нас с вами, соответственно, с новой опционной премией. Вот, пересчитаем и посмотрим, где он у нас будет находиться сегодня. Вот, это наш с вами вчерашний опционный уровень, как видим, от него мы достаточно хорошо отпрыгнули. Вот, примерно 40 пунктов в зените давали, в среднем где-то 38 можно было забирать. Вот, значит, по австралийцу какие расклады? Сейчас открываю ближайший опционный контракт. Вот, буквально секунду, коллеги. Значит, по ближайшим, ну, общая картинка, в принципе, глобально, как была и раньше. Да, то есть мы зашли в зону продавцов. Вот, смотрите, их здесь достаточно большое количество. Вот, видим, да, с вами. Вот, наши продавцы, они слабеют. Активизируются где-то возле цены 77,5. Вот, видим, что проходят по цене 76, достаточно крупная. Покупатели, да, то есть они давят, 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 пытаются пройтись выше, прожаться, так сказать. А максимальный пиковый объем, который, в общем, сконцентрирован по 76-й фигуре, он в основном у нас с вами, так, секунду, так, он в основном, да, находится в ближайшем контракте, который у нас с вами есть, то есть в общей сумме сейчас на этом уровне сконцентрировано порядка 3000 контрактов. Для нашего с вами австралийского доллара это достаточно значительная сумма. Итак, значит, показываю вам опционную доску, как она выглядит и что, собственно, у нас сейчас в ней происходит. Значит, смотрите, коллеги, вот такую картинку мы с вами видим. Опять же, 76,5 интересен для нас. Видим, что, в принципе, снижается у нас активность покупателей вот в этой вот точке по 76-й фигурки видим, да, с вами. И в принципе с этого можно сказать, что скорее всего этот уровень будет у нас постепенно слабеть. Но пока что на нем сконцентрирован, ну, максимальный объем, даже если несмотря на то, что у нас немножко объем уходит. То есть смотрите, общее количество контрактов за сегодня, с вчера на сегодня снизилось. Вот, и снизилось оно на 7%, да, то есть с 3200 контрактов открытых до 2990, то есть примерно на 7,7%. Вот, глобально все остальные уровни, в общем, без изменений, то есть, ну, незначительное здесь снижение в некоторых моментах есть, но, в принципе, они еще интересны, да, для нас. Поэтому для покупки мы для вас, ну, на текущий момент как раз-таки смотрим за 76-й фигурой. Вот, если говорить о австралийском долларе и непосредственно о рынке Форекс, да, то в нашем случае 76-я фигура на Форексе будет выглядеть следующим образом. Буквально секунду, коллеги. Сейчас я вам скажу более точную цену. Если у вас есть вопросы или мнение, там, допустим, какое-то свое, я буду рад на него ответить. Да, и, собственно, вот как раз-таки наша картина текущая, да, по австралийскому доллару. Вы можете там написать, что думаете лично вы. Вот, в частности, я хотел бы услышать и ваше, в частности, мнение по текущей вот ситуации, связанной с австралийским долларом. Возможно, какая-то свою идею принесете для нас всех. Так, буквально секунду. Так, значит, наш опционный уровень, вот этот вот 76-й, проходит сейчас по цене 75-77. Давайте мы немножко этот уровень отметим. 75-77. Вот мы прямо, опять же, в него упираемся. Видите, в принципе, со вчерашнего дня сильно картина-то не поменялась, так сказать, глобально. Вот, я думаю, что, скорее всего, этот уровень на сегодня также будет удержан. Вот, и он, в принципе, устоит, да. То есть, в принципе, доллар сильно у нас, как бы, ну, в нашем случае, смотрите, вообще потенциал в сделке, я думаю, достаточно хороший. В чем, так сказать, соль? Доллар у нас просто, ну, валится, за день мы пролетаем с вами 30 пунктов.
То есть где-то примерно средний АТР показываем. Давайте посмотрим, сколько у нас АТР средний. АТР. Сейчас немного посмотрим средний АТР, какой у нас идет. Вот, смотрите. Да, вот дневной АТР сегодня 43, да, у австралийского доллара. А в общем, давайте возьмем где-то 3 недели, да, 3-недельный АТР 47, да. То есть, в принципе, за сегодня по австралийскому доллару, смотрите, коллеги, по индексу доллара, извините, мы пролетаем уже 32 пункта. Средний АТР на дневке у нас составляет 47, да, то есть он все время падает. То есть за день мы прошли буквально весь АТР, даже большую его часть. Вот, соответственно, я не думаю, что, в принципе, потенциал к снижению есть. Но можем еще провалиться. Вот, у нас здесь 30, ну, 35, ну, допустим, 40, да, это, ну, зенит будет, да, то есть еще немножко можем просесть, да. Помимо этого, то есть доллар у нас уходит вниз, а австралийский доллар, соответственно, в этот момент стоит на месте, да. Соответственно, я думаю, что, в принципе, все дополнительное заманка для того, чтобы закинуть или выйти с рынка покупателей. Я думаю, что здесь можно будет прикупиться, да. И, соответственно, сюда тоже чуть-чуть, вот, попробуем подзайти, так, сделку чуть-чуть повыше ее подниму, вот, чтобы взял, так сказать, на всякий случай. Стоп где-то будет возле, да, 75.4. Так, ну, где-то, думаю, что, в принципе, пунктов 25 будет вполне достаточно. Где-то в этой зоне, ну, соответственно, думаю, буду где-то высиживать. Вот такая вот девочка, собственно, по австралийскому доллару. Я ее, ну, буду следить за ней. Вот. Так, вопросы. Смотрите, Александр, вот вопрос Соколов Александр задает, и Нули также я сейчас отвечу на ваш вопрос. Смотрите. Так, коллеги, у меня выпал микрофон, буквально секунду. Значит, все, должен быть звук на максимум. Вот, максимально близко подтянул. Значит, смотрите. По первый момент, по чем опционные уровни отличаются от уровней поддержки сопротивления, которые мы применяем в торговле. Смотрите, есть два важных момента, которые, в общем, ну, чем отличаются. Во, супер, отлично. Чем отличают опционные уровни от уровней поддержки сопротивления? То есть, если глобально говорить, то уровни поддержки сопротивления. Так, секунду, сейчас. Уровни поддержки сопротивления — это, условно говоря, так называемые экстремумы. То есть основная логика всего этих анализов сводится к тому, что у нас с вами есть точки. Вот, допустим, первая точка, вторая точка, в которой рынок у нас изменил свое направление, да, то есть в которой была накоплена максимальная такая сила, которая смогла остановить движение и развернуть его, да, то есть толчок произошел, отбой. В нашем случае вот эти точки, они называются экстремумы, то есть пиковая точка, в которой была накоплена максимальная сила, которая смогла оттолкнуть рынок, да, в тот или иной момент. Соответственно, вот эти точки, да, скопление этих точек, и они формируют определенные горизонтальные уровни. Да. Соответственно, если мы просто по этим точкам проведем с вами горизонтальную прямую, то мы ее можем воспринимать как уровень, да, то есть зону, от которой у нас происходит, слом тенденции, да, которую защищают, условно говоря. Этим, собственно, это и называется у нас с вами уровень поддержки и сопротивления в рамках чисто технического анализа и теории Доу. Да. Когда мы с вами говорим о опционном анализе, да, то есть и опционных уровнях, смотрите, суть заключается в том, что у нас с вами есть контракты call и put, да, то есть у нас есть с вами контракт call, вот, контракт call, вот, и есть контракт put, да, соответственно, что у нас с вами происходит? В момент, и они тоже формируют там, допустим, какие-то уровни, да, в чем суть? Смотрите, в моменте, когда мы движемся в ту, в моменте, когда мы движемся в ту или иную сторону,
у нас есть в этих контрактах определенные, так сказать, страйки. То есть, условно говоря, уровни, по которым можно купить контракт put и контракт call. Что они дают покупателю? Смотрите, если вы покупаете контракт call, так, то есть делаете покупку этого контракта, это дает вам право получать прибыль, пока цена растет. Да? То есть, к примеру, так, еще раз, так, секунду. Вот, у нас с вами есть контракт call, соответственно, что у нас происходит? Вот у нас с вами, у него есть какая-то цена, допустим, по евро-доллару 1.10. В рамках этого, в рамках всей этой ситуации, вы покупаете, допустим, контракт call с страйком, это цена, по которой он находится у нас с вами, 1.10. Что это вам дает? Если цена идет выше, то вы все вот это, всю вот эту разницу от текущей цены и до цены страйка вы забираете себе в карман. Соответственно, что делают крупные игроки, либо крупные участники и так далее, там фонды, хедж-фонды, то есть банки и так далее. Смотрите, у них как таковых позиций открытых нету. В чем заключается их суть? Они, вот когда банк, допустим, инвестирует куда-то средства, это глупости, когда вот кто-то рассказывает, что банк инвестирует там в евро-доллар. Нет, на самом деле процесс происходит примерно другим образом. Сама по себе валюта, как таковой, она не приносит доходности. Вот, допустим, Александр, у вас лежат в кармане доллары. Ну да, они радость вам приносят, я полностью с вами согласен. Но приносят ли они вам какой-то доход? Ну, скорее всего, вряд ли, да? Соответственно, банку радости никакой не приносит кэш, который лежит у них, условно говоря, на счетах. Соответственно, что они делают? Они берут эти деньги, да, вот это бабло, которое у них лежит на счетах, и конвертируют его, условно говоря, в что-то, да, то есть в какой-то инструмент. В нашем случае они его конвертируют в ценные бумаги, да, ценные бумаги номинированы там в евро, там фунт и так далее, да, соответственно, когда они делают вот такое вот переложение, они конвертируют по какому-то там курсу, вот, и в случае, если они вот произвели эту конвертацию, они определяют среднюю цену, по которой они провели эту конвертацию. То есть примерно, вот представьте ситуацию, что у вас на руках там 100 тысяч долларов, да? И вам нужно их в моменте поменять. Вот вы бежите в один обменник, второй обменник, третий обменник. И, естественно, ну, в одном вы всю сумму не поменяете прям в моменте. Вам нужно пробежаться по городу и собрать эту сумму, да, допустим. Вы побежали по обменникам и... В одном у вас там курс, условно говоря, там евро-доллара 1.13.7, в другом 13.5, в третьем 13.2. Средний курс у вас будет составлять 13.5. Соответственно, у них также в момент обмена, так, нету видео. Так, коллеги, у всех ли такая проблема? А, Николай, попробуйте обновить страницу. Я вот у себя запустил, у меня все идет. Соответственно, что у них происходит? У них есть средняя цена, да, допустим, там 1.13, либо 1.10. Вот они конвертировали вот свой кэш, который у них был на руках, в какие-то ценные бумаги, и средняя цена, по которой они провели эту конвертацию, одной валюты в другую, составляет 1.10. Соответственно, что они делают? Они понимают, что в моменте валюта может прыгать в ту или иную сторону, и им нужно этот риск как-то убрать, понимаете? Соответственно, что они делают? Они покупают контракты call или контракты put. Если, допустим, они... крупные участники, там фонд или хедж-фонд, да, то есть купил бумагу, номинированную в, допустим, в евро, да, то есть доллар конвертировал в евро. То есть в случае роста, да, то есть если евро будет расти, супер классно, они будут зарабатывать деньги, да, и, соответственно, они получат доходность ценной бумаги в евро, правильно, и получат рост, вот, там, евро к 1.30, то есть все супер, они в шоколаде. Но если в ситуации, когда они конвертируются назад, то это закрывают сделки, там, получают прибыль выводят, соответственно, там, с ценных бумаг, что у них получается? У них получается минус. И вот эту разницу, которая была, когда они конвертировали одну валюту в другую и перекладывали эти деньги в ценные бумаги, им нужно откуда-то брать. Соответственно, у них получается риск. Вот в этом нашем с вами случае. Вот эту часть им нужно как-то перекрыть. В нашем с вами случае они будут покупать контракты не call, а контракты put. Контракт put дает право держателю этого контракта получать деньги на падение. То есть в нашем случае, если ты купил контракт put, цена падает ниже, ты зарабатываешь вот эту вот разницу. И все. Крупный участник покупает контракт put. Это раз.
И все, он как бы сидит, у него риск закрыт. Он получает просто деньги с ценной бумаги, то есть, допустим, дивиденды по акции, доходность, там, купонный доход по какой-то облигации и так далее. Все, у них рисков нету, понимаете? Вот, соответственно, такая ситуация, ну, примерно у нас с вами по опционным контрактам. У нас с вами в них формируются определенные уровни, то есть скопление на вот этих вот страйках определенного объема, который мы с вами, соответственно, и смотрим. То есть первый объем, второй объем. И вот представьте, что зашло большое количество участников, которые накупили эти контракты, да, то есть первый, второй, пятый, десятый, то есть накупили там 100 миллионов контрактов, допустим, контрактов кол. Но смотрите, если они у кого-то покупают эти контракты, значит, им кто-то эти контракты и продает, правильно? Соответственно, что у нас происходит? У нас есть человек, участник, который продает эти контракты. И основная его задача — эти контракты выплатить по ним деньги. Вот, соответственно, что у нас происходит? Если большое количество участников на этих уровнях накупило у нас с вами контракты, то есть здесь вот мы закупились, здесь мы закупились, и все понимают, что, в принципе, вот цена у нас на актив растет, и в момент экспирации этого контракта деньги, разницу эту нужно будет вернуть. Соответственно, маркетмейкеру, то есть участнику, который продает эти контракты, нужно будет выплатить эти деньги. На чем же зарабатывает маркетмейкер? Суть заключается в том, что когда ты покупаешь этот контракт, у него есть определенная премия. То есть он не стоит ноль, да? То есть не может ты просто пришел и купил контракт за ноль, за доллар, да? Нет. У этого контракта есть определенная цена, стоимость. Она называется премией. И в случае, если, допустим, ты покупаешь контракт, и цена в итоге закрывается ниже, премию забирает себе продавец, и он зарабатывает на этой премии. И вот представьте, что в моменте, то есть большое количество участников накупило контрактов, затарилось им по полной, и здесь, соответственно, нужно уже как бы все это дело им выплачивать. Поэтому если, в принципе, у маркетмейкера хватает сил, он всеми силами будет удерживать цену ниже максимальных пиковых объемах, да, то есть там, где если, ну, участников достаточно большое количество, им нужно много выплачивать, он будет всеми силами пытаться от этих уровней оттолкнуть рынок, да, вот, либо перекрыть как-то свой риск, да. Поэтому в нашем с вами случае и мы будем смотреть на эти уровни, то есть где проявляется максимальный интерес наших с вами участников, от которых, ну, и уровни, на которых они проявляются, от которых мы с вами будем работать. Вот, собственно, вот это основная наша с вами логика, да, работы по опционным уровням. Вот, как-то примерно так. Вот, более подробно я рассказываю об этом всем на своем курсе «Стратегия торговли по опционным уровням». Все эти моменты мы изучаем. Я показываю, как правильно считать этот опционный уровень, да, и как, собственно, с этим всем работать. Вот. Как-то примерно так. Вот, значит, по австралийскому доллару, опять же, этот уровень интересен. Здесь даже отложечку, я думаю, подтянуть стоит. Вот, в нашем с вами случае, как видите, вот вчера, допустим, был нырок, да, и как видите, на закрытии рынка, ну вот, наш с вами маркетмейкер не дает цене уйти ниже опционного уровня, да, то есть он отталкивает. Естественно, не прям точь-в-точь, небольшой заход есть, там вынос стопов, то есть лишних пассажиров высаживает, и мы дальше отталкиваемся вверх, да. По одной стратегии, по которой торгую, разворот по Audi жду на 0.7565, 0.7566. Ну, это практически, можно сказать, ну, мы уперлись в опционный уровень, да, я думаю, что в принципе, ну, я думаю, что потенциал разворота будет как раз-таки возле этого уровня. И, соответственно, я отсюда позицию уже открываю. Вот, как-то я, в принципе, понимаю логику, это 0.65, вот, точка, наверное, откуда мы уходили, да, отсюда вы, соответственно, и присматриваете покупку, как-то примерно так я это вижу. Вот, значит, такая, в принципе, логика всех опционных уровней, вот, и моя логика по австралийскому доллару заключается в том, что здесь находится достаточно крупный объем, от которого, соответственно, я торгую и накапливаю позицию в покупку, вот, соответственно, ближайшая ситуация, ближайшая идея, самая такая интересная, это живая, которую я хотел бы расторговать и, собственно, говорю вам о ней, это уровень 75-75, то есть уровень, которого, в принципе, интересно смотреть позицию в лонг. Стопится часть сделки, если, собственно, мы улетим сильно вниз, буду по цене 75-65. Следующая позиция будет по 75-56, то есть два стопа у меня таких сработают. Вот.
Далее австралийский доллар, доллар-иена в последнее время не сильно за ним слежу. То есть мы с вами заходим во флэт. То есть глобально, смотрите, если смотреть, то, скорее всего, мы постепенно с вами здесь и останавливаемся. Да? То есть вряд ли, конечно же, мы будем сильно улетать вверх. Доджики у нас с вами пошли, видим, что индекс доллара постепенно затухает. Да? Соответственно, потенциал здесь, скорее всего, у нас с вами будет на снижение по доллар-иене. Вот. Следующий наш актив, вот самый интересный, за которым я наблюдаю достаточно, так сказать, долгое время, это актив золота. По золоту у нас пошла с вами небольшая стабилизация. Что интересно, смотрите, доллар у нас с вами уходит в коррекцию. И у меня вызывает, так сказать, опять же, возникает непомерное желание золото сейчас где-то купить. Я вот думаю, в принципе, оцениваю риски. По 20 я считаю, что, в принципе, можно хватать, но не самая лучшая цена будет, лично мне кажется, да, что лучше было бы немножко дешевле. Да, опять же, видите, что золото немножко стабилизировалось. Опять же, чувствуется, что доллар слабеет, соответственно, золоту не хватает, так сказать, доллару, вернее, не хватает сил продавить золото ниже, да, поэтому в нашем с вами случае, я думаю, что оптимальный вариант это, возможно, часть позиций уже набирать уже сейчас, да, опционные уровни нам говорят, и опционная доска в целом, что потенциал хорошей покупки это от 1200, да, но не факт, что эту цену будет нам давать, да, то есть, видите, объем здесь внутридневной у нас достаточно хороший, в общем, накоплен такой вот достаточно крупный, хороший объем, то есть, вот эта сделка мне очень нравится, но мне не нравится, что нам не дают эту цену, по которой можно зайти, да, однозначно, скорее всего, этот уровень будет удержан, мы его не будем пробивать, вот, но не факт, что мы сможем сюда дойти, да, то есть, возможно, ситуация будет заключаться в следующем, что мы с вами нырнем вниз, да, но не до 1200 и пойдем вверх, да, там 12-10, то есть максимум. Как видите, на сейчас, на сегодня, если чисто смотреть по технике, вот, мы уперлись в ближайший минимум, вот, который у нас с вами был, и 12-17, и ниже него не уходим. Возможно, я дополнительно какую-то отложечку сюда закину и буду ею заходить. Но риски здесь будут просто сумасшедшие, да, то есть, ну, нужно понимать, что, в принципе, просадка вполне реальна, там, вплоть до 1200, да, то есть риски здесь достаточно такие, прямо ух, да. Но чисто если посмотреть по технике, вот, видим, что постепенно пытаемся здесь стабилизироваться. Вот, посмотрим, как это все дело будет обстоять дальше. Мне лично хотелось бы купить ниже, но не факт, что ниже дадут. Вот в чем вопрос, самый интересный по золоту. Глобально мы с вами разобрались. Давайте посмотрим в ближайший опционный контракт, что нам он предоставляет, где тут за что можно вообще зацепиться. Вот, значит, по текущей ситуации, в принципе, как было, как и раньше, да, она. Я думаю, что там покупки летят по золоту достаточно крупные. У нас с вами, и по рынку в частности, то есть видите, да, объем такой достаточно пухлый, смотрите, вот, да, но здесь явно, прям начиная с 50, да, здесь начинается уже зона покупателей, да, они, чем ближе к 1200, тем они более сильнее, да, вот, начиная уже вот с 12-20, здесь вообще, вот, покупатели, смотрите, вот, продавцы у нас слабеют, да, то есть видно тенденция вниз, а покупателей все больше и больше, да, то есть в нашем случае покупателей, ихняя сила, вот, она, видите, растет глобально. Вот, поэтому в нашем с вами случае, я думаю, что, в принципе, самый оптимальный вариант – это смотреть в покупку. А второй момент, смотрите, даже соотношение сил по опционным контрактам у нас явно на стороне покупателей, да. Поэтому я думаю, что, в принципе, нужно смотреть на покупку. Вот, давайте отметим для себя уровень 12.20. Вот, это ближайший опционный уровень, то есть за который можно будет цепляться. Возможно, дадут эту сделку сделать все же. По уровню 12.20 цена для золота, которое мы видим у нас в терминалах, и сам опционный уровень будет проходить у нас с вами по цене 12.10. Вот, это очень достаточно сильно далеко и низко. Вот, у нас он сегодня немножко повысился, да, то есть вчера находился по 12.07. Опять же, для контрактов, которые идут дальше, вот, то есть все ниже 12.20, я думаю, что, в принципе, попробовать можно небольшую какую-то сделку впрыгнуть по 12.20.
Опять же, риск достаточно высокий, ну, я думаю, что скорее прямо сейчас мы будем разворачиваться, но такой, как бы, такой вариант есть. Вот, мне очень бы хотелось бы уже начинать покупать золото, да, но пока что, вот, в принципе, частично подтверждения сигнала идут, да, то есть, как бы, видим рост, да, сегодня вроде бы пытаемся перекрыть это все дело, вот, сейчас, в принципе, я считаю, что два варианта существуют в нашей текущей ситуации. Это либо дождаться уже какого-то развития ситуации, то есть рост, да, то есть несколько дней непрерывного роста, вот, либо уже входить прямо сейчас, да, то есть я небольшую отложку поставил на 12.20, буду постепенно пробовать зайти в золото, мне нравится, хотелось бы купить, конечно же, намного ниже, прямо в 1200, да, на, так сказать, на весь депозит, но думаю, что не дойдем мы к этой цене, вряд ли нас туда пустят, если пустят, нам там надо будет скупаться, вот, но там будет очень сильный экшен, там будет рубить всех, да, то есть там, я думаю, что, в принципе, 1090 там аж прям могут запускать рынок, да, и тестировать, и выбивать всех, кто там есть, да. Поэтому в нашем случае, я думаю, что золото интересно смотреть покупку, интересен лонг, но вот очень-очень осторожно, то есть есть два варианта, либо прямо отсюда мы разворачиваемся, летим вверх, либо пробиваем и прям за 1200 будем заходить, да, и по 11.90 там уже будет всех высаживать, да, вот, поэтому я здесь попробую небольшой объем взять, посмотрим на дальнейшее развитие ситуации. Если будет тенденция развиваться, буду докупать. Вот, по нефти стабилизируемся, ну, идем дальше. Пока что нефть мне не совсем нравится, да, то есть в связи с вчерашними событиями и обвалом на две фигуры в моменте, да, поэтому нефть пока что я не впрыгиваю, не совсем мне она интересна на сейчас. Значит, вчера газ подошел максимально близко, так сказать, к уровню, который мы вчера с вами отмечали, 1.2828. Вот, здесь отложка у меня вообще, ну, как бы, ну, здесь буквально минимум, видите, у нас был 1.2829, отложка стояла по 1.2828. Естественно, сделки здесь не было. Пятница даст точку опоры, возможно, в принципе, да, возможно, в пятницу нырнем мы вниз, то есть на нонфарме продавят. Кстати, давайте посмотрим, какие прогнозы у нас с вами на нонфарм. Возможно, там что-то какое-то, ну, что-то по доллару, да, скажут, но я думаю, что, в принципе, если по индексу доллара опять будут забрасывать нас к вот этому вот максимуму, это будет хорошая, так сказать, хорошая, ну, так сказать, обманка, да. Вот, значит, по календарю. Какие, в общем, там еще прогнозы на доллар. Кстати, сегодня должны были вчера должны были выходить предварительные нонфармы. Кто следил, значит, подскажите. Значит, по нонфарму, так, уровень безработицы. Да, в принципе, планируют, что будет повышаться. Да, у нас с вами количество новых рабочих мест, поэтому я думаю, что под эту новость, под этот шумок могут немножко качнуть. Вот, значит, давайте посмотрим, я вчера пропустил, как мы закрылись вчера, что у нас было вчера. По предварительным данным Стонфарма, так. Так, а вчера их и не было. Да, вчера не было предварительного нонфарма. Так, окей, хорошо. Значит, ну, в принципе, по прогнозам должно быть повышение. Положительные данные завтра должны выйти по нонфарму. Посмотрим, чем это все дело завершится. Вот я думаю, что, в принципе, положительные данные по нонфарму и, так сказать, качок вверх, это будет достаточно положительно для нас, если доллар укрепится, немножко сдаст более, так сказать, дешевые цены для золота, чтобы мы могли закупиться. Вот, по газику давайте посмотрим расклад на опционной доске, что мы имеем. А, сегодня, так, насколько я помню, всегда предварительные данные по нонфарму, они выходили в среду. Так, ADP, да, вот ADP, да, отрицательные ADP вышли у нас, да, ниже прогноза. Угу. Ну, посмотрим, что будет у нас с вами завтра. У нас ADP не всегда, ну, так сказать, тождественным данным, которые выдает министерство, да, США, вот, поэтому я думаю, посмотрим уже на завтра, ну, скорее всего, золотишко я подкуплю, вот, натихоньку, так сказать. Значит, по газу давайте присмотримся, пересчитаем наш опционный уровень, вот, газ, ну, в моменте хорошо себя показывает.
Вчера подошли максимально близко к нашему опционному уровню. Я, то есть, видите, достаточно сильно от него. Значит, по газу следующая у нас с вами картина. Будем рассматривать ближайший наш с вами месяц. Вот, что мы имеем на сейчас по газу. Вот такую картинку мы с вами сейчас имеем. Вот, значит, следующая ситуация. По 2.90 сегодня проходит у нас такой ближайший хороший объемчик. Да? Как видим, количество контрактов call увеличилось, да, то есть это явно говорит о том, что, скорее всего, ну, давят цену вниз, и понемногу продавец у нас работает. Вот, опять же, по 2.90 все равно проходит у нас достаточно хороший объем. Вот, он у нас остается пока что на текущий момент. Вот, 2.90 для нас интересно еще, да. За него мы будем цепляться, его рассматривать, с ним работать. Тройка, скорее всего, будет в ближайшее время у нас повержена. Уровень 3, да, мы его успешно пробили, сейчас закрепились ниже него, то есть видим, что потихоньку объемы падают, при этом накапливаются объемы продавцов, да, они постепенно здесь растут, то есть они, вот видите, максимальные у нас с вами, поэтому я думаю, что, скорее всего, тенденция на снижение пока что вполне возможна. Вот, поэтому для 2.90 сейчас рассчитаем ближайший опционный уровень и возьмем, ну, так сказать, посмотрим с вами на 2.75. Изменилась ли где-то, ну, так сказать, наша с вами разметка. Значит, по 2.90, сейчас посмотрим, где находится наш с вами уровень, 2.90 минус. Так, секунду. Значит, по 27.69. Да, достаточно значительно мы вниз с вами ушли. 27.69. Вот где наш 2.90 находится на сейчас. Вот, вот где мы торгуемся. Старая предыдущая троечка у нас остается. То есть у нас есть два ближайших ориентира. Это 28-28, который был вчера, да, и 27-69. Внутри дня можно за ними последить, поработать. В частности, насколько я помню, да, посмотрю экономический календарь. Да, сегодня... да, и данные не сильно, так сказать, качнули рынок. Да, на сегодняшнюю неделю уже... каких-либо сильных данных по газу быть не должно, да, их не будет. Вот, зачастую самые важные новости по газу, они выходят в среду, это данные по запасам газа, то есть они показывают спрос и предложение, на этом как бы все и завершается, вот, то есть это такой самый волатильный день. Я думаю, что, в принципе, уровень 28-28 до конца текущей недели будет сохранять свою актуальность, ну, возле него пытаясь подкупить с небольшим стопом. Далее S&P 500, здесь открыл небольшую покупку, вот S&P-шки. Вот, возле вот этих минимумов. В принципе, сделку пока что на сейчас удерживаю. Ну, кажется, вроде бы, да, возле максимума. На самом деле нет, в принципе. Вот, ну, так сказать, расчет глобальный. Постепенно в момент лета закупаюсь. Вот S&P 500. Внутри дня давайте посмотрим, что у нас имеется на сейчас. Сегодня мы открываемся с вами сильным снижением. Вот 16.30, резко улетаем вниз. И никакого подхода и возврата к нашей цене открытия не происходит. По NASDAQ ситуация аналогичная. То есть все дни роста, которые у нас были ранее, мы успешно с вами перекрываем. Вот. Торгуемся мы следующим образом. Так, где мы открываемся? Вот, также в шорт летим. Да, вот наша цена открытия. Мы ее успешно переторговываем и уходим все дальше, дальше, дальше вниз. Вот, то есть несколько дней снижения. По NASDAQ интересен уровень позиционно 55-67. Здесь также опцион хороший стоит. Вот тут даже здесь целая зона. 55-67, 55-54. Вот возле этой зоны, я думаю, буду смотреть дополнительный лонг. То есть как-то усреднюсь и выйду. Дополнительно возьму покупку. Вот следующий наш актив это DAX. По DAX сегодня прямо с открытия мы улетели вниз. И на этом как бы все закончено. Да? Вот 10.00. Вот мы открываемся. Вот, так, вот 10.00 у нас с вами цена открытия. Вот, была попытка ретеста и дальше вниз. Вот, по как, ну, аналогичная ситуация, да, вот 10.00 мы с вами открываемся и также дальше вниз. По Евростоку
так же самое. Как видите, они в принципе одинаковые, все наши индексы. Вот, FTSE немножко другое, да, у него другой характер и другое мышление. Вот в нашем случае, вот, по FTSE мы открываемся с вами по цене, так, давайте поднимем немножко, 73.72. Была попытка ретеста, да, то есть попытка захода вот в 11.00, и после этого резко улетели вниз за всей остальной фондой. Вот такой, собственно, расклад у нас сейчас внутри дня по нашим с вами индексам. Ну, здесь вот минимумы, да, по FTSE. Здесь позиционно можно присматривать покупку. Если завтра будем возле нее открываться, можно, соответственно, здесь внутри дня присмотреть в лонг сделку. На этом как бы и все. Вот. Прошли все инструменты, которые мы обсуждали с вами ранее. Коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Буду рад на них ответить. Значит, чем объясните захват, не захват отложенного ордера? Значит, Ильяс, по чем объясню не захват отложенного ордера? Минимальная цена по газу составляла минимум, который был, это 28.29. Вот вчера был минимум, смотрите. Так, секунду. Попробую навестись на свечку. Так, не тот этот. Вот, смотрите, вот. Минимум был 1, вот, смотрите, лоу, видите, где находится? Лоу 1.82.9, а отложка стояла по цене 1.28.29, да, то есть, естественно, никак она открыть не могла. Почему? Потому что в нашем случае сделки лонг не всегда открывается по аску, да, а аск находился плюс 8 пипсов, да, то есть где-то вот здесь вот аск в этот момент находился, да, это плюс еще где-то сколько было, да, 8 часов вечера, но, естественно, вот сейчас смотрите спред 6, вот, минимально все графики у нас рисуются по биду, соответственно, бит здесь был, а аска здесь не было, естественно, и покупка у нас с вами не произошла. Вот, чем так, по золоту торгующий на пробой, в данном случае вниз, цепанем и пойдем на север, у меня такой вариант. Я полностью с вами, Александр, согласен, я думаю, что да, золото пойдет вверх, опять же, вопрос в том, где в него заходить, то есть, так сказать, пожадничать и взять прямо сейчас, либо дождаться и ничего не взять, да, и профукать всю возможность, а потом облизываться, да, то есть два варианта у нас с вами. Значит, по нон-фарм сегодняшние новости не коррелируются, это ошибочно, много примеров, допустим, июнь этого года, июнь прошлого года. Да, Евгений, полностью с вами согласен, данные, которые выходят, это предварительные данные частной компании ADP, они проводят примерно такое же свое исследование, в некоторых ситуациях они коррелируют, в некоторых ситуациях не коррелируют, но примерно одинаковые они исследования проводят, вот, но, так сказать, данные у них всегда разные. Вот, доллар-кад, да, конечно же, давайте посмотрим за доллар-кад. Вот, нефть у нас с вами пошла, так сказать, на в рост, да, доллар у нас опять же сегодня входит в коррекцию, соответственно, потенциал, я думаю, канадцев будет оставаться. Так, где наш канадец? Вот, вчера пытались пробить этот наш с вами уровень, который отметил, я думал, что, в принципе, нефти, ну, будет как бы очень плохо, да, но видим, сегодня, в принципе, уже практически половину мы отторговали, да. Вот эта ситуация по индексу доллара, в принципе, мне вселяет то чувство, что, скорее всего, мы будем с вами дальше улетать вниз, да, то есть потенциал к снижению все же остается. Вот, я думаю, что, в принципе, дальше и дальше, дальше будем уходить по индексу доллара вниз, соответственно, доллар-канадец также будет уходить вниз, и, ну, как минимум, выше 1.3 мы не пробьемся. Смотрите, ну, мы, ой, извините, на нуле. Вот, в нашем случае интересно смотреть шорт возле 1.3. Да? То есть пока мы не пробились выше 1.3, вот. Вот пока мы не пробились выше 1.3, это однозначно продажа. То есть вот пока мы торгуемся ниже, как видите, мы, если перейдем с вами на дневной график, то мы вот уже несколько дней торгуемся ниже. Да? То есть мы улетели туда и не возвращаемся. То есть, ну, у нас не получается выйти выше. Вот, и торгуемся все ниже, ниже и ниже, да. Опять же, все максимумы, которые у нас с вами идут, они идут все категорично ниже предыдущих. Вот такая, соответственно, у нас на сегодняшний момент картина. Так, коллеги, хорошо, тогда я переключаюсь на камеру.
Вот, у меня все. Вот, рассказал свое видение рынка. Был рад услышать ваше мнение, пообщаться с вами. Благодарю всем за внимание, за участие. Вот, жду вас уже завтра в 17:30, то есть в то же время. Вот, будем с вами общаться, встречаться. Вот, на сегодня у меня все, коллеги, приглашаю на свой курс, посвященный опционным уровню. Всех вас жду, будем общаться, обсуждать, что, где, куда и как. А на сегодня у меня все, всем прибыльных сделок. Желаю вам удачи в обучении и в трейдинге. Всего вам доброго, до свидания. А, да, Игорь, вот вопрос у Игоря по поводу франка. Давайте посмотрим с вами франк. Так, хорошо, сейчас, так, вы успели вовремя, я еще никуда не ушел. Так, сейчас, секунду. Франк. Итак, что у нас здесь? Итак, смотрите, мы, когда с вами говорим про евро-доллар, так, мы должны понимать, что евро-доллар — это перевернутый доллар-франк. Да? Благодарю вас также, Александр. В нашем с вами случае рост евро-доллара, любой, да, он всегда будет сопряжен с тем, что доллар-франк будет у нас с вами уходить вниз. Когда мы с вами говорим о евро-долларе, мы для себя отмечали цель, это 1.15, да, и оттуда уже разворот. Доллар-франк примерно то же самое, но динамика у него немного отличается. Смотрите, глобально по доллар-франку здесь вот есть хорошее такое скопление минимумов, которые проходят по цене 1.95. То есть, если, допустим, евро-доллар, у него еще есть потенциал, так, если у него еще есть потенциал к... Вот, если по евро-доллару еще есть потенциал к дальнейшему уходу вниз, то есть к дальнейшему снижению, то есть к дальнейшему росту, у доллар-франка этот потенциал плавно-плавно начинает становиться все меньше и меньше. Вот если мы посмотрим глобально, да, то есть там, где у нас евро-доллар черкался по максимуму, да, то здесь у доллар-франка также находились и минимумы. Как видите, мы к ним очень близко подходим. Вот этот минимум 95.62, да, давайте его для себя отметим. Вот это наш с вами минимум, такое скопление, да. Вот, и как раз-таки на этой неделе, а именно на прошлой, вернее, неделе, мы как раз к нему уперлись и оттолкнулись. Я думаю, что вот это крайняя точка, к которой мы можем двигаться с вами. Вот, но сейчас пока евро в зените, да, мы будем с вами плавно к этому уровню снижаться. Поэтому я думаю, что, в принципе, пока можно работать в шорт, продажи актуальны прямо вплоть в сторону там 95-67. То есть пока мы находимся выше 96, можно смотреть продажи. Пока находимся ниже 96, можно смотреть продажи. Как только мы уходим ниже, тогда все о продажах каких-либо стоит забыть. То есть крайняя для нас точка это 95.6, да, то есть ниже мы уже не пойдем. Как раз у евро-доллара где-то будет здесь и 15, соответственно, ну, доллар-франк будет там тормозить, да, поэтому я думаю, что евро будет лететь у нас с вами вверх. Это в свою очередь будет толкать доллар-франк вниз и, соответственно, потенциал к снижению у него достаточно хороший и значительный. Так, секунду, вот. Буквально минуту. Так, забыл переключиться, почему что все молчат. Так, Игорь, специально для вас, еще раз. Значит, по доллар-франку, вот наша с вами точка. Смотрите, видите уровень, да, 95.6, возле которого мы бодаемся достаточно давно. Вот, сколько было у нас с вами подходов. Вот, и сейчас, соответственно, опять же, также к нему подходим, да, ныряем. Вот на прошлой неделе был нырок, и отскочили мы от этого уровня. В нашем случае, я думаю, если будет снижение от этого уровня, уже будет дополнительный отскок, весь этот тренд закончится. Вот, но пока что у нас по евро-доллару доминирует рост, соответственно, и снижение у нас с вами будет происходить и по доллар-франку. Как-то примерно так. Снижение продавать можно от текущих уровней в сторону 95-67. Вот, как-то примерно так. Так, рассказал все, что хотел. Так, все, на сегодня у меня все, коллеги. Жду вас завтра. Для тех, кто иногда опаздывает, помните, что у нас есть с вами запись трансляции, поэтому жду, в частности, вас и там, вот, если не успеваете, да. На сегодня у меня все. Всем спасибо за внимание. Прибыльных вам сделок. Всего вам доброго. До свидания. Пока. Так, Wall Street.